Всем привет, вы на канале Дмитрий Завьялов, и в этом видео мы покажем вам десятку удивительных мини-товаров, которые поражают воображение. Смотрите видео до конца, ведь один из товаров мы разыграем для вас. Каких только удивительных товаров не встретишь на AliExpress, от машинки плюшек до автомобиля. Да-да, это реальный настоящий автомобиль, который китайцы готовы прислать вам по почте, и если вы живете в местности, где с транспортом не очень, то такой мини-электромобиль станет настоящей находкой. Уютный салон, комфортное место для водителя и пары пассажиров, панорамные окна, скорость движения 30-35 км в час, а максимальная скорость до 50 км в час. Согласитесь, вещь реально крутая. Не только сэкономит на бензине, но также сэкономит ваше время. Любите путешествия, а от тяжелых рюкзаков уже болит спина, тогда смело заказывайте себе такой спортивный мини-рюкзак. Весом всего 380 грамм. Выглядит рюкзачок очень красиво, и несмотря на размер, он достаточно вместительный, все самые нужные вещи всегда будут под рукой, куда бы вы ни отправились. Погонять на велике, катануться на горных лыжах или в дальний поход. В пару к рюкзаку вы получите еще и небольшую сумочку, кошелек для телефона или других мелочей. Не забывайте при покупках на AliExpress пользоваться кэшбэк-сервисом Cash4Brands. Они возвращают часть потраченных денег обратно вам на счет. Удобный и проверенный сервис, рекомендую. Ссылку вы найдете в описании к видео. А мы продолжаем. Чистота – залог здоровья и хорошего настроения. А навести идеальный порядок вам поможет мини-пылесос для чистки клавиатуры, ноутбуков, смартфонов или других труднодоступных мест, в автомобиле, например. Устройство компактное и удобное, в комплект входит несколько насадок для разных поверхностей. Да, такой помощник не только избавит вас от пыли, которая, кстати, часто раздражает аллергиков, но и порадует приятной ценой. Лучший способ отомстить соседям за перфоратор по выходным – это порадовать своего ребенка настоящей барабанной установкой. Вы только представьте реакцию начинающего музыканта, когда он увидит такой улетный подарок. Теперь можно от души фантазировать, представляя себя крутым барабанщиком известной рок-группы. Кроме развития музыкального слуха, такой инструмент поможет улучшить моторику рук и координацию движений. Да, а реакцию соседей даже представить боюсь. Продолжая радовать меломанов необычными товарами с AliExpress, я хотел бы рассказать о товаре, который точно не останется без внимания. Это портативная мини-гитара, миниатюрный инструмент, который имеет все функции настоящей гитары. Футляр сделан из качественного прочного пластика, гриф выполнен из красного дерева. Стальные струны и вес всего 300 грамм – отличное решение для тренировки пальцев и игре на гитаре. Идеальный карманный инструмент для новичка, который только осваивает навыки игры. При этом такая гитара с легкостью помещается в любом кармане, и вы можете тренироваться или просто наслаждаться игрой на любимом инструменте в любом месте. А вот такой мини-аккумулятор для мотоцикла или вашего автомобиля – вещь реально полезная. Согласитесь, случалось попасть в истории, когда аккумулятор вдруг сдох, а возить с собой большой зарядник негде. Такому малышу найдется место даже в багажнике скутера, быстро и надежно справляется с зарядкой любого аккумулятора, автоматически подбирает напряжение и отключается самостоятельно после полной зарядки. Товар набрал очень много положительных отзывов и, как отмечает пользователь, работает намного лучше других моделей. Цените безупречный стиль и отменное качество, тогда вас порадует спортивная Bluetooth-колонка от надежного производителя Nilkin. Этот товар соответствует самым высоким требованиям – водонепроницаемый корпус Bluetooth 4.0, длительный срок службы батареи, а дизайн устройства и удобный карабин круто дополнят любой спортивный образ. Слушайте любимые треки, не отвлекаясь от тренировки. Да, забыл сказать, колонка дополнительно имеет функцию NFC и коннектится со смартфоном одним касанием. Если вы заядлый геймер и вас жутко бесят нудные пробки и нескончаемые очереди, повесьте на брелок с ключами вот такой миниатюрный геймпад и рубите зомбаков по полной, совместим практически со всеми смартфонами и операционными системами. Выглядит эффектно и, конечно, поможет вам не прекращать игру не только в очереди, но и даже в кресле у стоматолога. Да, еще его можно использовать как пульт управления видеокамерой и делать улетные селфи. Отличный вариант для подарка геймеру. У следующего мини-устройства обширная область применения. Если вы думаете, что лупой пользуются только старушки, предлагаю присмотреться к этой стильной лупе повнимательнее. Серебристый корпус с удобным ремешком, встроенный фонарик и даже специальный ультрафиолетовый свет для проверки подлинности купюр. Как быстро сегодня меняется мир, и все чаще производители радуют нас простыми и удобными девайсами для передачи и хранения данных. Вот один из таких – беспроводная Wi-Fi флешка. Поддерживает сразу несколько устройств, подключенных к беспроводному USB-каналу. Объем этой
этой мини-флешки до 32 гигабайт. Может использоваться для резервного копирования важной информации. Согласитесь, штука реально полезная. Также в комплект входит USB кабель, вставляете его в комп и вуаля! Ваша флешечка снова стала обычной. И такую флешку мы разыграем, как только под этим видео наберется 3000 лайков. Для участия необходимо всего лишь быть подписанным на мой канал, поставить лайк и написать любой комментарий. Итоги будут у меня в группе ВКонтакте. Ссылки на все товары и подробные условия конкурса вы найдете в описании к видео. Напишите, какой товар, по вашему мнению, самый крутой. На сегодня все, друзья. До скорых встреч!